Привет, ребята, стримаши. Это исследователь, обзор техники компьютерной. Это наушники беспроводные, гарнитура, правильно я сказал. Гарнитура — это значит с микрофоном. Потому что наушники — это хорошо, но на компьютере еще нужно и поговорить. Гарнитура Bluetooth. Синий зуб 4-й версии поддерживает. Аккумулятор на зарядке показал у меня около 300 мА. Ну, это, в общем-то, неплохо. Где-то на день хватает такого среднего использования. Не мега огромный, не мега маленький. Нормальный, я бы сказал, аккумулятор. Здесь вы видите, можно как проводную использовать. Это очень хорошо, это просто пятерочка за это. Потому что если аккумулятор через год-два сядет, менять его лень, как обычно людям будет, и просто подключаете на левый. Это кнопка включения, это воспроизведение пауза. Все, больше здесь кнопок нету. Дизайн вполне нормальный по мне. Единственное, блестящий, конечно, пачкается быстро, но протереть можно. Здесь кожезаменитель по мне вполне нормальный тоже. Здесь какая-то сеточка, но не поролон. Это хорошо, потому что поролон становится дурацким через год. На правой чашке вот молекула 404. Номер вот здесь вот написан. Есть 401, другие, но мне попалось вот это. Здесь сделано из металла. Все крепко, более-менее. Конструкция, я считаю, на пятерочку сделана. Здесь резинки, винты закрывают, они отлетают. Вот улетел один, так что клеим, приклейте их сразу. То получается некрасиво. Здесь шевелится, это тоже удобно, чашка. На голову мне не давили. Звук хороший. На четверочку я бы оценил. Для своей цены вообще на пятерочку, смотря какой цены. Цена у него вот эти 1000 рублей. Так они новые, по-моему, 2000. То есть 2000 рублей. Просто для 2000 пятерка. Если сравнивать с какими-то хорошими наушниками за 3, 5, 6, наверное, может, они немножко получше будут, но не примитивный какой-то звучок, как просто вообще оденешь, и именно какой-то хлам. Нормальный звук, хороший. Причем он совершенно одинаковый по проводу и без провода. Вот просто, ну, я специально одну и ту же песню слушал, нету разницы. Здесь зарядка, разъемчик microUSB, качественно сделан, крепкий. Вставляешь, крепко держится, все хорошо. Диод горит красным, потом тухнет, но не сразу тухнет. Здесь микрофон и одно отверстие микрофона, а второе, я даже не понял, что второе, не могу сказать. Может, диод включения. Какое-то второе отверстие. Так. А, диод включения, да, диод зарядки. Ясно. Все работает, подключается, устройство видится. Все работало хорошо, работает хорошо. Так. Aptx, в описании есть кодек для музыки стерео, типа хороший. У меня не заработал, не заработал вообще. Я все делал, как написано. Взял USB модуль с Aptx поддержкой от этого Cambridge Silicon Radio. Не определился. Какая-то проблема, жалко. В описании есть, но не работает. Вот. Внимательно-внимательно сидел несколько дней. Ну, на этом, в общем-то, все. Хотел я сделать этот обзорчик. Хорошая гарнитурка. Всем пока.